Депутатов областного маслихата 8-го созыва представили сегодня в Павлодаре. В состав вошли в общей сложности 32 народных избранника, 23 из них от партии «Аманат». Состав обновился на 70%. Всем им вручили депутатское удостоверение. Также были созданы 7 постоянных комиссий. Среди них и новая, которая будет заниматься проблемами молодежи. Председателем Павлодарского областного маслихата 8-го созыва избран Илья Теренченко. Сегодня депутаты уже для себя наметили план действий. Буквально с сегодняшнего дня мы к этой работе подключимся для того, чтобы уже давать обратную связь населению. От того, чтобы уйти там от простых обещаний, а перейти к конкретике, нам нужно сразу с первого дня включиться в работу. Те наказы, которые мы собирали во время электорального периода, мы обязательно их включим в нашу социологию по изучению проблемных вопросов нашей области.